В Чебоксарах разыграли и Кубок чемпионов. Профессиональный турнир единоборств прошел в 12-й раз. Прямую трансляцию с Красной площади вел наш телеканал. Титулы сильнейших в этом году оспаривали 14 спортсменов из 5 регионов страны и Туниса. За чувашскими файтерами 5 побед. Еще одна медаль отправилась в Дагестан. В бой за главный трофей вступили обладатель Кубка мира по кикбоксингу Андрей Лебедев и чемпион Приволжского федерального округа Аркадий Денисов. В итоге кубок турнира завоевал представитель Краснодарского края. С победой спортсмена поздравил глава Чувашии.